В общем и целом, что мы имеем? Пришло мы на колесо, которое у женщины не сработало почему-то. Вот, ну то есть она не смогла его включить, запустить. Мы будем сейчас разбираться. Такое ощущение, что стоит на тормозе, ну либо что-то недоподключено. Так что распаковка для начала, а потом будем разбираться, что и к чему. Аккумулятор без видимых повреждений. Можно включить первый путь. Аккумулятор заряжен на половину. Руль немного смещен. Включение. Здесь все загорелось. Звонок работает. Так, включается. Включается. А вот фары не включаются. Вперед назад не реагирует. Так,
никаких телодвижений. Будем разбирать. Ну вот, сняли защиту и планку с аккумулятором. Теперь полезем в блок управления. Посмотреть, все ли тут целое с проводами. Да и вообще. Здесь у нас блок управления. Так. Ну, визуально вроде бы все контакты задействованы. Так. Так, это динамик у нас. Ну и еще подкинем батарею и попробуем включить. Так, батарею выключаем. Включаем. Блок определился. Свет по-прежнему не работает. Странно. Подсветка загорелась, а свет у нас не работает. Все, будем дальше разбираться. Пока вырубаем это все дело. Включаем аккумулятор. Немножечко удобнее. Поскольку мануала никакого не существует, распечатаем стандартную распиновку. Ну и для начала проверим, какие провода куда идут, чтобы знать, куда копать и почему у нас нет света. Вот это вот тоже очень сильно огорчает. Так, и при включении задней ничего не происходит, даже звуковые сигналы не идут. Все, дальше будем разбираться по схеме стандартной, которую можно скачать в интернете.
есть возможность разобрать такой же и посмотреть. Потому что на всех схемах собирается как-то по-разному. Ну, принцип-то один и тот же, но цвет проводов и все остальное может немножечко отличаться. Поэтому, если есть возможность разобрать идентичный и посмотреть, то почему бы этого и не сделать. Заодно на нем можно будет опробовать компоненты этого скутера. Такие как дисплей, тормоз, чтобы все работало. Разбираем аккуратненько, чтобы ничего не повредить и не поцарапать. И чтобы можно было добраться до блока. А он здесь спрятан под аккумулятором в раме. Неудачное, конечно, расположение, но да ничего. Так. И теперь нам надо еще вот эти два последних открутить. Щиток. Ну и, собственно говоря, осталось от рамы открутить батарейный отсек. И прижимную планку. Отсек положим сюда, откручиваем саморез и извлекаем блок управления. Ну и, собственно говоря, можно и извлекать. Вытаскиваем. Пока уберем стяжки. Аккуратно убираем вторую стяжку. Так. Питание. Ну вот здесь тоже освободим. Так. Убедиться, что здесь все работает. Для начала возьмем батарею.
нашего блока. Включаем батарею, проверяем, все есть. Теперь проверяем здесь. Свет загорелся. Свет вырубаем. Ну и соответственно. Так. Ага. Выключаем. Так, и первое, на что у меня были подозрения, здесь отключаем питание, я бы все-таки проверил вот этот вот элемент. Так, как здесь подключено? Зеленая с белым, зеленая с белым, синяя, черная, красная. Вот. Его-то мы в первую очередь проверим. Берем зеленую с белым и берем сине-красную. Так, сине-красную убрали. Здесь берем зеленый с белым и сине-красный. Ну и соответственно проверяем. Эту мы включаем вот сюда до щелчка. Эту мы включаем сюда до щелчка. То есть фактически блок у нас должен сработать. Включаем и запускаем свет. Свет не заработал. Ну вот и весь секрет. Не работает, потому что не работает само табло. Которое мерцает. Поэтому вырубаем сейчас все. И подкидываем обратно. Так, подкидываем вот это табло рабочее к блоку управления, который у нас здесь. Подкидываем зеленый к белому. Здесь у нас вот так красный. Ну и соответственно снимаем блок питания. Ничего у нас здесь, поэтому все вот так произошло. Так, берем ключ, открываем здесь ватт-канал, подключили, дальше включаем, получается, блок. И включаем пульт. Угу. Свет загорелся. Колесо поехало. Замечательно. Значит, все-таки поломка у нас в пульте. Выключаем. Диагностика прошла успешно благодаря второму. Ну и продолжение темы. Попробуем прозвонить контакты. Так, для начала белую и зеленую будем прозванивать. Втыкаем белую. Втыкаем зеленую. Так.
ничего не происходит. Так, вот здесь, если ничего не происходит. Так, теперь здесь тыкаем красную, тыкаем синюю, ничего, черная 101. Так, теперь здесь красную тыкаем и черную. Ну, тут нормально, а здесь, а тут вот у нас сопротивление уха идет между красной и синей. А на рабочем сопротивление между красным и синим отсутствует. А нет, есть 11 мегаом. Так, 11 мегаом, а здесь у нас между красной и синей. Да нет, все одинаково, вот только зеленую теперь. Зеленая. 9 мегаом на нерабочем, а на рабочем. На рабочем ничего. Так, значит, нам надо проверить зеленый выход. И все. Так, подключаем обратно на работающем зеленую и красненькую. Так, и можно назад смело убирать. После того, как мы знаем, что нам надо здесь поменять, берем эти два, сматываем вместе. Так. Ну и соответственно здесь разрезаем одну. И вторую. Опа. И третью. Так, ну и теперь будем вытаскивать его. Так. Ну, еще одну. Так. Ну, теперь, соответственно, вытаскиваем. И будем снимать. Укладываем остатки. Так. Ну, а тут у нас хитрый болтик, который нужно будет снять и добраться до его логического. Вот он у нас на 36 вольт. Здесь маркировка его. Ну и соответственно штрих-код. Попробуем поискать по штрих-коду. Откроем сканер. Сканер штрих-кодов. И проверяем. Так, копируем текст. Будем искать здесь, ну, допустим, на Озоне будет быстрее доставка, чем где-либо.
Так, вставляем поиск. Ничего. Тогда поищем просто в Гугле, что нам выдаст. Так. Вставляем поиск. Ничего. Ничего не найдено. Будем искать по фото Google. Так. Раз. Загружаем. Так. Что у нас тут есть? Контроллер на 36, 48. Бесщеточный. Перейти на Алиэкспрессе на 36, на 350 ватт он стоит у нас сколько? 2-3 тысячи. Угу. Так, контроллер. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, 3000. Однако же на зоне, если будем искать по новым параметрам, что нам выдаст? Контроллеры. Вот есть похожий контроллер от 22 800. Есть контроллер здесь 2900. Тоже есть контроллер. Так, но этот нам чуть-чуть не подходит. А вот первый, который мы нашли, тоже нам не подходит. Нам надо на 3 кнопки. Так. Контроллер бесщеточный на 3 кнопки. Предлагаю поискать в интернете или заказать на Алике. Вот, кстати, по поводу Алика, тут тоже не такой, как нам нужен, кстати, на 2 кнопки. Так. Будем искать в интернете и делать заказ, стараться, чтобы найти здесь для замены. В общем, как-то так. Попробуем все-таки разобрать и посмотреть, что же там не так. И откручиваем еще 2 штучки. Одну и одну.
на вторую. Докрутили чуть-чуть. Так. Вот, собственно говоря, добрались до платы. Собственно, сопротивление на зеленый и белый. Проверим. Так. Здесь залито. Так, вроде бы здесь все целое. Неужели из-за того, что здесь было передавлено желтое, передавлено и белое передавлено было? Ну, из-за этого же не может быть, в принципе. Хотя... собрать обратно. Отсюда. Так, один, второй, это понятно. Так. Вот он.
сложнее ставить. Интересно, если подкинуть, заработает или нет. Неужели все было в передавленных проводах? Пойдем попробуем сейчас. Ну и вот пока навесной монтаж. Проверяем. Поставили, грипс установили. Тут я поджал. Ну и теперь включаем. Не включается. О, включилось. У нас не было света. Теперь мы смотрим. О, это добрый знак. Свет появился. Уже нет мерцания. Уже хорошо. Выключаем свет и пробуем колесо. Колесо поехало. Проверяем теперь. Колесо едет. Нажимаем тормоз. Стоит. Едет. Нажимаем тормоз. Все нормально. Все починили. Собираем и отдаем клиенту.